Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Это второй день в Грузии. Сегодня мы встали в 10, несмотря на то, что заснули где-то в 3-4. Я проснулась вообще-то. Она проснулась вообще в 8, и я проснулась в 10, и то еле-еле. И как я вам уже рассказывала, я лунатик, и здесь тоже подруге я продемонстрировала это. Было что-то. Она испугалась, кстати. Вдруг ни с сего я начала просто орать. И тут проснулась подруга. Я, кстати, это все не помню. Я помню только тот момент, когда подруга мне говорит: «Не бойся, я здесь, типа я Самира». Вот в этот момент я проснулась, я понимаю, что я сделала что-то не то. А вот все, что до, я реально не помню. Страшно было? Очень. Это, наверное, из-за того, что поменялось место как-то. Бури эмоций и все дела. Я просто на мукбанках вам рассказывала, что я лунатик, и некоторые, кстати, не верили. Некоторые говорили, она специально, ей просто нечего рассказать на мукбанке, поэтому она придумывает какие-то сказки. Такого вообще не бывает. У меня, кстати, и брат лунатил, но в какой-то момент он просто перестал это делать. У меня вроде было то же самое, но, как вы видите, к сожалению, это порой происходит. Что у нас сегодня по плану? Мы хотели пойти позавтракать, а затем пойти в молл. Я хочу что-то купить на память из Грузии. Не знаю, что именно. Хочется, знаете, и полезное, и красивое что-то. Возможно, это будет стакан. Просто какие-то магнитики мне не хочется, потому что, ну, просто будут пылиться где-то в шкафу. Хочется с удовольствием использовать эту вещь, например, как стакан, и вспоминать о Грузию. Может, даже из одежды что-то возьмем, пошопимся слегка. В общем, видно будет, пока что я наношу макияж. В отеле, кстати, реально очень спокойно. Мне настолько понравился этот отель. Никто не шумит. Кроме тебя. Кроме меня. Только я по ночам ору, как ненормальная. А так спокойно, классно, вообще я в восторге. Да-да-да, и тут я понимаю, что я не взяла кисточку для пудры. Ничего, нанесем вот этой. Сегодня я, пожалуй, надену те же брюки, в чем была и вчера. Но сегодня хочу вверх взять вот такой боди. Несмотря на то, что у меня очень длинные волосы, я в крайних случаях использую фен. Обычно волосы у меня сохнут естественным способом, но сегодня нужно было поторопиться. Планов реально много, а у нас всего 3 дня. Тем более до молла мы хотели пройтись пешком. Также обязательно нужно посетить старинную церковь и мечеть. Поэтому даже макияж сильно делать не стала, вышли из дома очень быстро. Очень хочу купить еще пару новых помад. Желательно тех брендов, которые у нас нет. Но также очень хочу купить себе блеск для губ от Dior. Давненько его хочу. Все никак руки не дойдут купить. Эксперт Самира говорит, что она беременная. На 100%. Рукой сделала УЗИ. Мальчики, девочки там. На Твиксика чем-то похоже. Да. Обожаю эту расцветку. Она называется черепашка. Мы были в ресторане вчера вечером, и там девушка, официантка, была азербайджанка. И она на азербайджанском так мне поворачивается и говорит: «Чё тебе надо?» То есть в такой достаточно грубой форме. Я не знаю, то ли она хорошо не знает азербайджанский, то ли просто привыкла так обращаться. Просто реально очень грубо звучало. «Чё тебе надо?» Потом за соседним столиком сидели девчонки-турчанки, и они тоже что-то спросили, и она такая: «А что вам надо?» Я поняла, что это было не специально, то есть она не хотела нагрубить. Просто разговорный жанр такой. Привыкла так говорить. Мы, если честно, немножко подофигели, когда так к нам обратились. Ну да ладно. Самира утром завтракает только всего лишь одним кофе. Да. Я не понимаю, как можно на ногах стоять. Это без сахара. Просто не завтракает человек. Как такое можно допустить? Я, естественно, не собираюсь соглашаться ни на какой кофе. Я иду пожрать. Как хорошо, что мы все-таки решили взять сим-карту и взяли безлимитный интернет. Это настолько удобно. Нам, например, говорят цену. Сразу заходим в Google и перевозим все на наши монаты или на доллары. И ты сразу понимаешь, сколько это все дело стоит. Собачки здесь, конечно, прелесть.
Давненько уже я хотела попробовать этот Dragon's Fruit. Здесь и белый, и красный. Мне, если честно, понравилось, но не сильно приторно-сладко. Здесь также положили мне две такие вот зубочистки огромные, чтобы было удобно кушать. И обошелся он мне в 20 лари. Это где-то около 8 долларов. Но мне кажется, нормально. Не сильно сладкий, чем-то мне напомнил даже клубнику. А это здание старинного театра марионеток Ризо Габриадзе. На самом деле исторические места, церкви, мечети, мы все это посетили, но это я не стала запечатлять на видео. Я думаю, что это не очень интересно будет зрителям. Возможно, я ошибаюсь. Если это так, то обязательно пишите в комментариях. На мой взгляд, мой канал не исторический, а больше развлекательный, поэтому это не к месту. Здесь гораздо интереснее транслировать шопинг, еда, рестораны и все такое. Ну а вообще, вайб грузинов, честно, мне очень нравятся, они далеки от менталитета, в отличие от нас. Каждый самовыражается как хочет, выглядит естественно тоже. В их одежде, стиле и поведении чувствуется какая-то неимоверная свобода. Каждый человек здесь – это индивидуальность. У нас, например, девочки очень любят делать огромные губы, малюсенькие носы. Каждая, наверное, десятая азербайджанка обязательно сделала себе малюсенький носик. Да, это смотрится очень красиво. Девочки у нас действительно выглядят безумно ухоженно. Но в какой-то момент теряется индивидуальность. Так вот, у грузинок эта индивидуальность, она есть. Гуляя по этим переулкам, я заглядывалась на каждую. Наконец-то мы дошли до молла. Посмотрим, что здесь есть интересненького. Можно даже пошопиться. Хотя, как я вижу, цены не отличаются, а даже в какой-то степени выше, чем у нас. Самира тут нашла для себя головной убор. Такие красивые цветы здесь продавали. Она взяла такой венок за 10 лари. Зашли мы здесь в H&M, и здесь есть коллекция, коллаборация Paco Rabanne и H&M. Очень классная. Стоит такая шапка 149. Еще есть топы из той же самой коллекции. Такой вот красивый жакет, очень нежный, прям мягенький-мягенький. Цена такого жакетика, сейчас быстренько вас ориентирую. 369 лари, это XS. Милота. Вроде хочу что-то купить, но не знаю, что именно взять. По 62 лари вот такие уги. Они невероятно просто легкие. Я такой не очень люблю, на самом деле. Прям как будто они сделаны из бумаги, вот такое ощущение. Как я понимаю, любой кейс стоит 18 лари. Я так понимаю, здесь фиксированная стоимость. Любой из них стоит 18. Вау, какая красота, девочки. Какие красивые сережки. Правда, видео не передает всей красоты, но они очень круто переливаются. Еще цепочки такие. Класс. Кто-то украл одну сережку. Любой крабик стоит 12 лари. Не знаю, как вам, мне кажется, как-то это дороговато на самом деле. Учитывая, что это просто H&M. Наверное, влоги из Грузии будут очень длинные, потому что буду вырезать прям максимально мало. Снимаю абсолютно все. Надеюсь, что вам понравится. Мы уже внутри молла, и здесь стоит такой запах. Кстати, мак. Здесь есть стенд мака. И такой магазин косметики. Интересно, будут ли делать замечания, если я вот так вот в наглую буду снимать. Я чуть не поняла, это Sunlight мой любимый. Здесь соколов есть, колечки. Вау, соколов. Смотрите, какие маленькие размеры колечек здесь представлены. Все маленькие. И прям классные модели. Здесь мы зашли в Guess. Мне очень нравится эта штука. Она стоит 239. Очень круто смотрится. Этот шарфик подруга хочет взять себе. Очень приятный на ощупь. Стоит 105 манат. Я не знаю, может мне тоже такой же взять. Ты не против, если я возьму такой же? Не знаю, я думаю. Как всегда, я залипла на стенде, где продаются сумочки. Смотрите, какая милота.
Очень нежно смотрится. И такая большая. Вот эта малютка стоит 400 лари. Очень красивая сумка. Я все никак не могу определиться, что ж брать. Такая тоже ничего. Зелененькая, малюсенькая. Или может что-то такое. В конце я остановилась на двух костюмчиках, которые приняла решение померить. Но примерив первый, я поняла, что второй я даже мерить не хочу. Каждый костюмчик стоил $170. Я решила померить. Верх мне очень нравится, низ мне длинный, как вы видите. Понятное дело, грузинки намного выше, чем я. Обычно в наших магазинах все брюки мне стандартно подходят. Но здесь, как вы видите, не тот случай. Вот. Не знаю, может быть взять. Верх стоит 239, низ столько же, по-моему. Ну, такой, знаете, чисто домашний костюмчик. Большой у меня, немножко я хочу поменьше размер. Сейчас мне принесут, и я померю. Как оказалось, к сожалению, XS уже был продан. Конечно, можно было взять S. В принципе, сидел тоже неплохо, но не могу сказать, что мне прям был по душе он. Конечно, у всех бюджет разный, но для меня это не маленькие деньги. И отдавать за то, что тебе нравится не на 100%, я была не готова. Тем более в моле еще куча магазинов, поэтому я решила не торопиться. Эти кадры записаны со звуком, но в моле было шумно, поэтому слышно было очень плохо. И поэтому решила озвучить уже сверху. Суши Якудза есть и у нас, но не знаю, насколько это франшиза. Заказала здесь обычную Филадельфию. Заплатила за роллы, пепси, имбирь, васаби и соевый соус все вместе 25 лари. Вчера я уже выкладывала в короткие ролики шотс как раз таки видео про эти роллы. Этот контент я вообще изначально снимала для азербайджанского инстаграма, но так как я его уже засняла, я перевела его и на русский. Я стараюсь по возможности так делать, чтобы не обделять контентом ни ту, ни эту аудиторию. Стараюсь даже ролики, которые я снимаю чисто для инстаграма, для рилс, тоже переводить на русский и выкладывать сюда. Поэтому, если вы не в курсе, то обязательно заглядывайте туда тоже. Я, естественно, доела до конца. Было вкусно, но вкус отличался от наших. Здесь нори как будто другой и внутри авокадо. В моле было шумно, поэтому пришлось перейти уже на телефон и озвучивать сверху. Несмотря на то, что суббота, вроде выходной день, в моле было не так много людей. Я опять же сравниваю с нашими. Мне кажется, у нас люди больше любят шопинг. Несмотря на то, что у нас 6-7 молов, каждый из них забит. Просто консультанты не успевают гладить вещи и вешать. Давно уже себе хочу сумочку от Пинка. Стоила она 800 лари. На мой взгляд, это дорого. Но больше всего мне понравился момент, что я спокойно снимала в моле абсолютно все, что я хочу. Я не получила ни одного замечания. Консультанты абсолютно спокойно на это реагировали. В какой-то степени даже помогали тебе что-то подснимать. Это было безумно приятно. Сейчас мы в магазине Карл Лагерфельд. Если честно, этот бренд мне не особо нравится. Тут мы ничего не купили, а вообще в конце видео я вам покажу, что же я купила себе на дорогу. Так как ехали мы без багажа, к сожалению, возможности прям купить все, что ты хочешь, и увезти с собой в Баку не было. Еще, насколько я знаю, в ручной клади не может быть вино, поэтому, к сожалению, вино тоже купить не получилось. Хотя грузинское вино считается одним из самых лучших, и мне на вкус оно нравится. На нулевом этаже мола есть супермаркет. Я хотела купить конфеты, сладости именно грузинского производства, но так и не разобралась, какие именно грузинские. Также мне очень понравилось, что уже внутри мола есть уже готовые блюда, которые сразу можно там же и покушать. Единственный момент, даже горячие блюда здесь были холодными. Аромат, конечно, стоял невероятный. Я обожаю приправу хмели сунели. Мне кажется, грузины добавляют ее абсолютно везде. Поэтому на дорогу обязательно куплю себе. Не только себе, но и родственникам. Цены были очень даже приемлемые. Если ты, например, работаешь в моле или просто пришел пошопиться и хочешь бюджетно покушать, я считаю, это идеальное решение. Там еще была выпечка. Все это вы оплачиваете отдельно от кассы супермаркета. Роллы Филадельфия, моя любимая, стоила 21 лари. Еще за 7,90 тоже был очень интересный ролл.
был треугольный. Так как Филадельфию я уже попробовала наверху, я за нее заплатила 25. Ну, почти то же самое на самом деле. Я думаю, это очень удобно. Жаль, что у нас в супермаркетах вот так вот роллы не продают. Но я все-таки решила взять на пробу два разных блюда. Я прям там сразу их поела. Было очень вкусно. Единственное, печенку лучше было бы подогреть. Но такой возможности, к сожалению, не было. Поэтому я прям холодное покушала. А то, что осталось, отдала собачкам. Много разновидностей вина в разных упаковках. Смотрится как произведение искусства. Можно просто как сувенир оставить где-то. Но очень-очень тяжелый. По дороге обратно мы еще заходили в магазины со всякими сувенирчиками ручной работы. Это все, конечно, очень красиво и останется на память наверняка. Просто последнее время мне нравится какой-то минимализм. И даже магниты на холодильнике по мне смотрятся не очень. Да, раньше я собирала даже коллекцию. У меня весь холодильник был в магнитах. Но в какой-то момент я поняла, что это мне абсолютно не нравится. Поэтому покупать магниты тоже смысла не увидела. Что не могу сказать про такие носочки. Их хотела взять, но они стоили очень дорого. 20 лари, представляете, за носки. $8 за носки. Я, конечно, понимаю, что это туристическая зона, и они как раз-таки зарабатывают на таких вещах, но все равно это реально очень дорого. Стаканчики тоже стоили по $8, и я решила взять. Просто никак не могла определиться с расцветкой, какую именно хочу. Вот эти фактурные, они, конечно, очень красивые, но быстро пачкаются. Во всех этих магазинах плюс-минус одинаковые и стаканчики, и брелки, и магниты. Поэтому долго ходить, искать особо смысла нет. Один я все-таки взяла в конце видео, когда вернусь в отель, обязательно вам покажу, какой именно я взяла. Еще у них есть интересное серебро с эмалью ручной работы. Не в этом магазине, а в другом. Там я, кстати, не снимала. Я мерила колечки, и ни одно кольцо мне не подходило по размеру. Но купить я действительно очень хотела, и женщина, которая продавала, немножко даже разозлилась на меня и накричала на грузинском. Честно, я не поняла, что она сказала. Позже я переспросила, это вы мне? На что она ничего не ответила. Я буквально 3-4 модели померила. Если вы думаете, что я супер придирчивый клиент, и ничего подобного. Но в таких случаях я всегда оправдываю продавцов, потому что, возможно, до меня был еще придирчивый клиент, и она просто устала от всего этого. Вообще работать с огромным потоком людей разной национальности, разной культуры очень сложно. Поэтому ее тоже, конечно же, можно понять. Как мне понравилась вот эта вот штука для соли. Она очень красивая, и я очень жалею, что ее не взяла. Это не просто сувенир, который будет пылиться, его можно использовать. Просто мы ходили, я думала, в следующем магазине возьму, а потом уже такой сувенирчик не увидела. А точнее, увидела намного дороже. Набор такой Church Helles стоило 22 лари. Но подруга мне сказала, что это не очень вкусно. Есть, который подороже, где-то раза в 3 дороже, но он намного вкуснее. Там больше орешков и больше всего интересного. На мое удивление, здесь еще продаются орехи. За 5 лари вот такой вот небольшой пакетик. Когда я вижу орехи, я сразу вспоминаю деревню. Естественно, орехи я покупать не стала, но вообще не купить здесь что-то реально очень сложно. Так красиво все раскладывают, что прям слюнки текут. Жаль, что видео в полном объеме не передает красоту этого магазина. Действительно, он был похож на что-то сказочное. Church Helles так красиво разложили сверху, они так круто висели, и было такое ощущение, что ты в каком-то замке. Некоторые туристы даже просто фотографировались на фоне этого всего. Только я одного не поняла, почему некоторые Church Helles покрыты как будто мукой. Вот такой белый слой. Короче, возвращаясь из мола обратно в отель, мы заходили в каждый магазинчик и смотрели, что же интересненькое можно купить или попробовать. Так как в желудке места ограниченное количество, хотелось по чуть-чуть попробовать всего. Мы уже в номере. Кстати, по дороге я встретила двух своих подписчиц. Это было так приятно, прям словами не передать. В общем, что я купила на дорогу? Вот такую колбасу. Не знаю, насколько она вкусная, но я взяла сразу две палки. Я так понимаю, здесь украинский флаг. Наверное, производитель тоже Украина. И, кстати, каждая палка стоила 20 лари. В плане еды я настолько довольна. Здесь настолько все вкусно. Прям словами не передать, поэтому я уже в предвкушении, насколько вкусные колбаски. Хотя это, понятное дело, не грузинское производство, но это на их вкус. А их вкус соответствует моему вкусу. Долго думала, что же купить для мамы. Всякие эти магнитики, сувениры, сборники
пыли, это все не наша тема. Мама вообще любит минимализм, не любит, когда на полках что-то лежит. Поэтому я решила взять вот такой набор приправ. Здесь есть и всеми любимые хмели сунели, и вот разные, и на каждом написано, что это за приправа. Думаю, что маме понравится, и стоила такая корзина 20 лари, но потом мы прошлись чуть-чуть вперед, я увидела, что точно-точно такая же стоила 15, так что я купила чуток подороже. Но ничего страшного, получилось как получилось. Вот я держу в руках, и такой аромат, нечто. Также на память взяла вот эту кружку. Здесь написано «Джорджия». Очень красивые рисунки здесь. Она, правда, запечатана. Не буду вам распечатывать. Когда уже буду в Баку, тогда вам покажу. Здесь керамическая ложка. У меня такая, кстати, была от бокала YouTube. Но я не знаю, куда она делась. Посеяла ее очень быстро. Я просто хотела взять какой-то сувенир, который и практичен будет в использовании. То, что мне пригодится. И в то же самое время... чтобы было написано что-то про Грузию. И выбрала вот такой вот вариант. Мне кажется, отличное решение. Я еще хотела взять зеркальце, потому что зеркальце мне действительно нужно. Мне оно не очень понравилось. И стоило малюсенькое зеркало 15 лари. Мне показалось это как-то дороговато. У нас обычно такие зеркала в магазинах все по манату. Стоит всего один манат. А здесь 15 лари. И качество, кстати, не очень было. Поэтому я все-таки решила не брать, а взять вот такой бокал. Запахи здесь это, конечно, нечто. Как это все дело пахнет, вот этот набор приправ. Ты, кстати, тоже взяла, да, себе? Да. Да, подруга тоже взяла себе такой наборчик, но она взяла дешевле, чем я. Я что-то тупанула. У нас здесь небольшое чаепитие, зеленый чай. Как только пришла домой, я опять уже проголодалась. Что со мной, не знаю. Зеленый чай заварили. И вот эта вот шоколадка, это прям самое-самое сердечко. Милка. Воздушный шоколад с кокосом. Кокос настолько круто чувствуется. Не знаю, обожаю. И, кстати, она была на скидке. Всего за 3... постоянно забываю, как называется эта валюта. Лари. 3 лари стоила. Мы когда только приехали в Тбилиси, первое заведение, которое мы посетили, мне оно настолько понравилось. В прошлом влоге было, там были хачапури какие-то скользкие, что ли, как сказать, гладкие. Мы сейчас, кстати, пришли к выводу, что, возможно, туда еще добавляют в тесто сыр. Иначе я просто не могу объяснить, как они делают такие хинкали. Я прям, знаете... в предвкушении. Сейчас мы опять идем в это же заведение. Я хочу прям нажраться там как следует, потому что мне очень понравилось и хачапури, и грузинский именно там, в этом заведении. Кстати, этот ресторан находится очень близко к нашему отелю, да и вообще отель находится в очень хорошем месте, в самом центре города, в старом Тбилиси. Кстати, ссылку я здесь тоже вам обязательно оставлю, вдруг вы тоже захотите приехать сюда. Я думаю, что это просто находка. Поэтому сейчас, наверное, мы с Амирочкой соберемся. Она решила, что будет кушать харчо. Она вообще любит пробовать разные блюда. Я, если честно, если мне что-то понравилось, я хочу прям нажраться этим, чтобы в Баку потом не сидеть и не думать, сейчас бы мне этот хачапури, сейчас бы мне эти грузинские хинкали. Поэтому, пожалуй, мы пойдем туда. Мы опять пришли в то же самое место. Здесь повесили грузинский флаг. Решили все-таки посидеть на улице, потому что внутри душно, а на улице, кстати, прохладно. Ну ничего, закажем горячий чай, и все будет чики-пики. Подруга остановилась на харчо. Уже один раз она его пробовала в другом заведении. Там было невкусно, пробуем здесь. А я не хочу рисковать. Мне будет достаточно одного аджарского хачапури и 5 грузинских хинкали, и все. Жизнь удалась. Очень интересно, у них здесь подача чая. Не первое заведение, которое я вижу в таком виде. То есть приносят обычный вот такой чай, пакетик. И плюс еще приносят тебе его не сразу. Он сначала сказал, извините, говорит, я забыл ложку. Я ее, точнее, уронил, сейчас я принесу ее. Потом я замечаю, что нету вот этого чая, собственно говоря, пакетика. Он сказал, да, сейчас, минуточку, я сейчас это тоже уронила, я сейчас принесу. Принес и говорит, я просто ненавижу чай. Я говорю, спасибо за искренность, это очень приятно и редко, где можно встретить такого искреннего человека. Ну блин, как мне нравятся люди здесь, это прям нечто. Сегодня встретила двух своих подписчиц, прям невероятные ощущения.
Наконец-то. Вы посмотрите на эту красоту. Такое ощущение, что сюда еще добавили сыр какой-то в тесто. А вот со светом вообще замечательно. Кстати, мне не надо еще. Прям такой пар идет. Вау. Реально, как в тему. Ведро харчо, как и заказывали. Она специально взяла большую порцию, она стоила 23 лари. А грузинские хинкали стоили сколько? Два? Нет? Как они заходят? Это прям нечто. Наконец-то пришел мой аджарский хачапури. Здесь внутри очень много сыра. Это сыр сулугуни. Еще сверху добавили здесь немного масла. Это маленький вариант. Но он тоже не маленький, кстати. Такой хрустящий, горячий. Прям самое то. Мы все доели. На самом деле было очень вкусно. И нам этот ужин обошелся в 69 лари. Теперь нужно пойти и все это сжечь. Весь жир нужно сжечь.